Сегодня в нашей серии аудиокниг книга от Pidge Library «Круглый год наоборот». Знакомимся с антонимами. От автора Л. Н. Дион. Перевод Стаса Могилевского. Что такое еврейский год? Почему мы называем его еврейским? Еврейским год становится из-за череды праздников, которые мы отмечаем вместе с семьей и друзьями. В нашей книжке мы рассказываем обо всех важных датах еврейского календаря и о традициях, связанных с каждым праздником. Ваш ребенок узнает, когда в синагогах трубят в шофар, почему в Тубишват сажают деревья и что едят на шаббат. А заодно познакомиться с основными противоположностями. Мало и много, громко и тихо, внутри и снаружи. Мы желаем вам счастливых и веселых праздников в этом году. Праздник Роша Шана в синагоге трубят шафар громко, а молятся тихо. В Йом-Кипур мы читаем историю про Йону. Рыба большая, а Йона маленький. В Суккот мы держим в руках лулав и этрог. Лулав длинный, а этрог короткий. В праздник Симхат Тора мы пляшем со свитком Торы и читаем ее. Вот открытый свиток Торы, а вот закрытый. В Хануку мы зажигаем Ханукию и ставим ее на подоконник. Шамаш высоко, а свечи низко. Из ростка, который мы сажаем в Тубишват, вырастет дерево. Листья у дерева мягкие, а кора жесткая. Пурим мы наряжаемся на карнавал. Девочка надела маску царицы Эстер. Мальчик снял маску Мордыхая. В Песах мы устраиваем седер и ищем афикоман. Афикоман далеко, а дети близко. Моше был призван на гору Синай в Шавуот. Моше поднялся на гору один, а спустился Моше с 10 заповедями. В Шаббат мы едим суп с шариками из мацы, кнейдлах. Этот шарик плавает внутри тарелки, а этот выпрыгнул и лежит снаружи. Вы прослушали аудиокнигу от Pidge Library «Круглый год наоборот». Знакомимся с антонимами. От автора Л. Н. Дион. Эта книга была озвучена при поддержке Еврейского общинного центра «Халом», а также проекта «J Voice Records». Следите за нашими новостями и слушайте аудиосказки с нами.